Приветствую вас, дамы и господа, кто любит истинный прекрасный звук, а также те, кто его создает. Хочу поделиться небольшой маленькой информацией, которая, может быть, растянется на пару минут. Дело в том, что я хотел вас спросить, вы никогда не теряли свою нижнюю челюсть? Не было у вас такого, что вы вдруг в какой-то момент сидели или шли по дороге, и вдруг у вас бамс! И падает челюсть. Вы начинаете ее искать, поднимать и вставлять обратно. Со мной это произошло, да. Естественно, не в буквальном смысле, но... Вы знаете все прекрасно фирму Marantz, да? Ну, особенно те, кто ее имеют. Те, кто имеют эти усилители или еще что-нибудь. У меня их никогда не было. Мой последний усилитель, это был... Ну, не будем углубляться, но это был D-класса, вот этот маленький 502 FX, или как он, XF или FX, да? Вот. Естественно, он замечательный, он прекрасный, он интересно играет. Но согласитесь все, если честно, ну, чего-то в нем все равно не хватало, хоть и поменял операционники, и некоторые меняют блок питания и все остальное. Но не суть. Я что хочу сказать? Я имел в виду, что это был последний, который я приобрел. И тут происходит странное... закономерность. Я вижу рекламу на какой-то странице в таблете, просто что-то делаю, смотрю, появляется Marantz с ценой, с такой смешной ценой. Естественно, я был в шоке, думаю, блин, наверное, он поломан или еще что-то, но оказалось, нет, он не поломанный, он просто побитый. Как вот бывает, машины бьются где-нибудь на дорогах. Но это мне было первое ощущение, когда я его увидел. Он был поцарапанный весь такой. И хозяин как бы написал, что ну, он стоял в студии, его, на него никто не обращал внимания. Но иногда он попадался на пути, его все пинали. Ну да ладно, цена у него была сногсшибательная. Marantz 6003. У меня никогда не было Marantz 6003, я понимаю, что это один из бюджетных вариантов, который настолько бюджетный, что если взять эту всю линейку, я немножко просто прочитал про Marantz, то до 8000-го Marantz это все, ну, бюджетики, скажем так, да. Но я его приобрел. Я бы его никогда не купил, потому что... Но я посчитал, зачем он мне нужен, так как у меня есть Denon, у меня есть Sony, у меня есть ламповый, еще 502, или как он, да, 502 этот FX, но если честно, я его редко включаю, потому что, ну, включаешь обычно его, когда ты что-то делаешь не на долгое время, потому что если я включаю, например, Denon или другой усилитель, то мне нужно время его немножко прогреть, там, знаете, включаю... Там минутки 3-4 он у меня заводится, как говорится, да, с толкача. Но смысл у меня в чем? Я его купил, он пришел. В такой коробке видно, что его действительно вот так как колобок катили, кинули, накидали туда и, в общем, послали мне. Ну, цена смешная, понимаете? Ну, нереально купить за эту цену. Просто я посмотрел, к примеру, такая цена, то есть... мизерная цена именно из-за того, что он поцарапанный, как я понял. Вот. Потому что если брать не поцарапанный, цена сразу же довольно-таки ощутимая. 6003-го Marantz, PM6003. Ну и вот, я просто смотрел на эти Marantz, когда-то облизывался и думал, интересно бы его послушать. Честно говоря, я его слушал. Но слушал в Ютубе в своих суперских наушниках Sony... Блин, я забыл, как они называются, но они недорогие, но Sony Professional они называются. Им лет 30, как их выпускают, и они, ну, я в них очень много чего слышу. Это самые мои пиковые наушники, которых я могу услышать то, что в других я не услышу. И этими наушниками обычно я тестирую. Ну, некоторые вещи, которые мне нужны, я ими тестирую. И что? Я без особой всякой эмоции, мысли, что там будет какой-то суперский звук, абсолютно без этого, включаю его. Я вообще, когда его включаю, думал, может, он даже и не включится, потому что, ну, цена смешная, понимаете. И,
ну, я его подключил, очень легко я сразу подключил с Дэна на кабеля к своим магнат новым боксам, которые, ну, вот эти, как их называют, стоящие боксы белые, видео у меня есть в прошлых видео. И я его так включил, у меня Modern Talking есть моя такая музыка тестирующая, которую я хорошо знаю ее звучание и знаю эту пластинку, да, то есть, ну, запись идеальная, скажем, да. Вот. И когда я включил, я вот так сидел и просто-напросто, ну, я понял, что что-то упало. Упало на пол, что-то упало. Я вот так сидел, и у меня просто рухнула челюсть на пол. Я подумал, вот это звук. Я подумал, я что-то не понял. Я что, почему у меня его нету сейчас, раньше, чем... Почему я его купил так поздно и весь такой поцарапанный? Как такое могло произойти? Я просто ошеломился этим звуком. Этот звук для меня, вот, даже слушая Дэнон, почему вот сейчас я могу, да, вот понять, слушая Дэнон, который более детальный, да, чем он, который я сейчас включил, да, PM6003 на тот момент. В общем, моим эмоциям не было предела. Первое, что было на лице, это улыбка, потому что я почувствовал в нем, знаете, как когда человек ищет свой звук, ищет свою музыку, он что-то находит такое, и ему очень приятно. Он чувствует, что там что-то есть. Туда надо идти, надо двигаться в этом направлении. И в этом звуке я ощутил, да, ощутил эту музыкальность. Вот как сказать, когда тебе приятна музыка, как назвать этот звук? Музыканчик, музыкальный, музыкальный, аудиофилийский. Приятный на звук, да, можно сказать. Можно сказать, что это звук твоей души или еще что-то. Можно сказать много слов, которые будут иметь разные значения. Но смысл остается в том, что я был поражен. Я был поражен. Я думаю, ничего себе. Это 6003 так играет. А что будет с другими, которые выше класса? Как они будут звучать? Как они будут звучать в этот момент, да? На этих колонках с этой музыкой. И мне, знаете, в голове промелькнули всякие мысли. Я думаю, блин, странно, я же по большому счету, я смотрел видео в наушниках, тестировал в Ютубе, скачивал файлы, тестировал эти маранцы с Дэноном, да? И у меня был плюс в сторону Дэнон. Но ни в коем случае не в сторону маранца. Но сейчас, когда я его купил, поставил, включил и слушаю на нем музыку, я просто, блин, не-не, я не хочу сказать, да, что Дэнон хуже. Нет, не в этом плане. Просто мы все ищем свой звук, понимаете? И я ощутил этот звук, я его реально ощутил в сторону позитива, в сторону лучшего. То есть, скажем так, если каждый человек говорит, что, ну вот, если мне нужна детальность, я включу эту детальность на этом усилителе, на этом ЦАПе, я прослушаю определенные детали. Ну, скажем, давайте честно, кому нужна эта детальность? Детальность нужна в основном для работы. Ну или там, действительно, если ты хочешь, блин, со своей комнаты или квартиры улететь в другое какое-то место, то ты включаешь эту детальность, и ты там оказываешься, да? Если ты хочешь просто послушать музыку, покайфовать, чтобы у тебя в душе сердце замолотило в такой же музыкальной тембровке, да, то тебе просто нужна музыкальная усилительная аппаратура, которая усиливает этот звук, который уже вот такой вот, да, он с искажениями какими-то, наверное, с технической стороны. Ну нафига она мне нужна, эта техническая сторона, когда я включил, и я просто обалдел, звук такой, знаете, вот собранный, где-то упитанный, где-то он просто раскиданный, где-то этот звук просто вот, ну такой приятный, приятный, понимаете? Вот. Но мне вот, если взять Дэна 1050R2 и Marantz 6003,
я скажу так, Denon я пока не включаю, да. Честно сказать, еще есть один факт. Я Denon тоже недельки, наверное, две не включал. И я хотел сначала включить Denon, а потом Marantz, и ощутить сразу же вот эту разницу. Но я этого не сделал, и когда я ее включил, я все равно почувствовал эту разницу. Я все равно почувствовал разницу в плюсе, вот в этом звуке, который... Такое ощущение, что те инженеры, которые делали этот аппарат, Marantz, ну или которые разрабатывают эти аппараты, они... Ну, в их мозгах есть интересные мысли, ребята. Офигительные мысли. И, кстати, сразу говорю, да, вот 502 FX класса D, я, наверное, теперь долго его не включу. Да, вот у меня там только стоят эти операционнички, я их поменял, да, которые у Миши, Михаил, по-моему, да, он объяснил, что это классная вещь, если их поставить. Извините, я не помню, как они называются, но я именно те поставил, которые он в своих видео показывал. И я услышал улучшение звука в нем, да, но вот просто-напросто я имею в виду, вот каждый из нас, да, в какой-то момент он погружен в это состояние, где находит какую-то часть своей музыки, своего музыкального, так сказать, оформления этого звука, и он слушает, да, его, это усилители или там цапы или что, и на данный момент... Вот я реально отодвигаю этот усилитель вообще на задний план, потому что на первом плане у меня сейчас Marantz. Ты когда слушаешь эту музыку, которую ты знаешь, именно на Marantz, ты как будто заново ее переживаешь, ты заново ее воспринимаешь. Но на мой взгляд, я скажу так, этот усилитель лично для меня, да, он такой музыкальный, блин, он такой вот, его хочется слушать, слушать и слушать, слушать. И конца и края этому нету. Каждый стиль музыки. Я слушал рок, я слушал метал, я слушал джаз. И я вообще не понимаю некоторых людей, почему не понимаю, да? Ну, я говорю то, что я думаю, и на данный момент я их не понимаю. Которые говорят, вот, этот усилитель для металла, это для джаза. Этот еще для чего-то. Блин, с чего вы это взяли? Я не знаю, может быть, я к этому еще приду, да? Может быть, я настолько прислушаюсь к этим звукам. Но на данный момент я слушал на нем все. Оно звучит, оно потрясающе. В нем все есть. И даже есть этот оттенок, которого нету в других усилителях. Их просто там нету. И я теперь знаю, что, по-моему, я еще прикуплю какой-нибудь усилитель в этом варианте, я имею в виду в Marantz, и, может быть, пойдем куда-то дальше. Единственный минус то, что если я куплю, допустим, что-то больше, чем бюджетные варианты, больше класса 8000, да, то придется, походу, я так думаю, брать и колонки другие. А это у меня не запланировано, мне просто некуда ставить, ребята, мне некуда ставить. И даже усилитель мне некуда ставить. У меня и так уже в этой комнате 5 усилителей. 5! Куда еще? Может быть, нужна еще комната? Я не знаю, остановлюсь ли я или нет, но этот усилитель меня впечатлил. Это тема, ребята. Тот, кто просто смотрит на Ютубе и в реале его включает и слышит в своей комнате, блин, это просто небо и земля. Можно болтать много слов, слушать на Ютубе блогеров, но один раз просто его включить, послушать и решить для себя, это совсем другое. Подписываемся на канал!